Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моей партии в ФФА на четверых. Если вы не смотрели начало, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка на нее появляется в верхнем правом углу. Всем же остальным приятного просмотра! Понравилось? Супер. Так, два хода, три хода. Сорок пять, а это вот 75. Пока у меня вот единственная будет пустынная клетка, но по идее вот хочешь, смотри, еще три впереди. Ну вот что-то не знаю. Ну-ну. А, ну у меня сейчас нацколледж. Надо будет строить, а не храм Артемиды. Так, сколько городов уже у араба? 4. Ну, все не так уж плохо. И араб ко мне, конечно, приценивается. Думает, как бы меня так напасть, чтобы и захватить, и норм все было. Так, закончили тут строительство. О, блин. Сейчас Квебек сам решит вопрос с этим лагерем. Хотя, по идее, копейщиков он не сможет забрать. А вот мне лагерь поможет. Если я его заберу, я смогу купить эту клетку. Я вот думаю, бояться мне всадников на верблюдах, не бояться. Ну, то есть к тому, если строить армию, мне идти в Вильнюс захватывать или идти захватывать города араба. Просто такая местность, ну, блин, все равно он может пробежать. Кстати, а что у нас с чудесами? Я только одно нашел. Старый служака, у вас там есть чудеса? Плато. Все? Я больше не нашел. Ну где-то еще одно чудо должно быть. Наверное, где-нибудь Крокотау или этот... Как его? Барьерный тиф. Ура! Я счастлив. Блин. Стой, ты куда побежал? Сейчас захватит моего рабочего, гад. Да тут, я тут. Видишь, как подготовился прям. Ну, я ж предупреждал. Не, ну, а чё тут, в принципе, всё ясно, понятно было. Что, Сангай, ты сливаешь или что?
Ну да, я скорее всего солил. Подожди, я 3 раза предлагал мириться. Ты меня заставляешь вот тут вот этим релевом быть, чтобы... В общем, все плохо. О, я могу вернуться обратно, слава богу. Чё, все плохо? Фуф. Ну, я взять-то тебя возьму, это мне не проблема, но я просажу... Как это по-русски? Просядешь. Просяду, да. Соль или медь? Блин, мой шелк нужен. Да, но такой клик это нереально просто. Это нереально. Сразу 3 юнита в начале хода. Неплохой интернет, неплохой компьютер. Пальчики тоже вроде не кривые. А этого за что? Я фиг знаю. Что-то мне не понравилось. Лицом не вышло. Так. Ну вот, я уже первый по производству. Ну, это тоже лицо в какой-то момент. Просто будет, что эфиоп с арабом объединяться, просто меня выносить. Поэтому мне надо как-то араба выносить. Для этого как-то местность не очень. Но мне, походу, придется где-то 4-й город поставить. Чтобы он так в сторону... Араба был, может, вот сюда куда-нибудь поставить, 4-й город, и из него... Моя религия вообще нравится? Атаковать. Я даже не успел посмотреть, что у тебя за религия. Блин, все города практически в ней, еще не посмотрел. Ага. Тебе 100 голды дает, да? Мне дает, да. Да. Круто. Мне бы, кстати, Барабудур не помешал, чтобы своей религией заразить чужие города. Знаете, или не продавать, все-таки это скаут был.
Хочется продать этого лучника. Ну вот. У меня просто вот меняться соль и медь с ними нет смысла, у меня счастья дофига. В принципе, можно было и... Так, знаете что, пошли, когда мы в Коринф встанем, чтобы содержание не тратилось на... Уже никаких варваров не будет на берегу, так что норм. Так что хотят ГГшки? Вильнус хочет генерала, Коломбо найти чудо и два Стоунхенджа. А тебе этот Жене вообще нужен? Ну, храм Артемиды. Да, важнее, по-моему, чем Стоунхендж. Не знаю. Потому нравится. Что мне надо будет, ну, строить всякие арбалеты. Да, он, арбалеты. Конечно, поганенький, но счастье он дает. Да, он не дает, что на нем... Не, ну, он нивелирует его, конечно, когда... Блин, все-таки КВБ купил эту клетку. Эх. Ну ты там строй армию как-то. Чего? Армию строй, мало у тебя уже. Не понял, что сказать. Армию, говорю, строй, как-то ее мало у тебя. А, ну уменьшилось немножко, да. Раз это было два. Что тебе больше не нужно, Тимбукту или жена? Я думаю, жена. Ну давай, жена. Ну там у них, собственно, дуэлька просто произошла. По идее, и у нас с арабом должна дуэлька быть, только местность слишком непроходимая для этого. Он нас рань поставил. Мне по-хорошему надо, конечно, раньше него выходить в арбалеты и вот, например, идти тут захватывать. Наверное, так и надо делать, ставить четвертый город где-нибудь тут. Например, дорогу к нему и фигачить арбалеты. Наконец-то. А, это твой рабочий там висит? В лагере? А-а. Да. Дорогу, наверное, вот так проведу. И вот так. Потом отсюда уже. Сюда тут будет город для атаки араба. Как-то так. И зачем ты сюда приволок этого мечника? Ну куда я его еще буду заложить? У нас еще приват разрешен, то есть они могут, в принципе, с эфиопом
Ну, я так понимаю, что Эфиоп уже выносит Сангай. Араб с Эфиопом могут там координировать свои действия. Например, Эфиоп может тут все-таки провести войска и ударить. Так, надо мне всем защиту пообещать. Еще где-то три города-государства. На ноуте чем фиговый, экран очень маленький, он почти все забивает иконками, всякими подсказками. Выключи. Сплошные чудеса тут я настроил. Тут тоже 7. Да, пойдем в метал кастинг и в арбалеты, как бы. Или даже сначала в гильдии. Ох, с лагеря сейчас положат, или ты лагерь уже освободил. Твоего мечника этого сейчас. Ну, да, наверное. Раб-то с производством не отстает. Мне бы еще знать. Вот не даешь мне спокойно развиваться, нет? Ну, в средневековье никто не вышел. Не надо было так агрессивно меня притеснять. Не Мачу-Пикчу построить, я решу. Вопрос тогда с деньгами. Ну, конечно, города надо будет еще соединить. Не, ну, блин, надо захватывать города араба. Он... У него как бы, ну... У него нормально будет производство, если он выйдет в своих лучников на верблюдах. Я не отобьюсь от них. Мне хотя бы пару городов захватить у него. Нафига я тут маяк построил? Ну, конечно, зачем вот ради... Зачем ты строишь этих самых своих мечников? Они же очень много долго строятся. В смысле очень много долго? Они у меня строятся по времени. Они у меня как мехтолуч строятся. А, ну строй. Если ты думаешь, что это лучше. Что тебе, чтобы укрепить религию, хочется? Да, кстати, мне бы тут конюшня не помешала. Да чё толку, ты все равно меня сейчас возьмешь. Хотя, ну, два. Ну, я хороший. Тут два. Ну, твое усмотрение. Может, тебе рабочего вернуть, слушай? Попробуй.
Тем более я уже могу не бояться атаки с моря от Самгая. Так, ну, Стоунхендж для городов-государств. Давайте-ка еще стены. Лалибелла вернулась. Класс. Сангай уже последний по армии. Сангай уже давно последний по армии. Все, уже слив полный, да? Да. Смотреть, а промки кину. Блин, забрали мою промышленность. Спасибо. Чтобы у тебя мечники еще быстрее строились. Там вот это хорошее для традиции. Вот, видишь, в плюсе уже золото. Вообще, сплошные плюсы. Атака хорошая, прям, силами. Блин, и араб вышел в средневековье. Это очень плохо все. Но он в металкастинг вышел, а я в гильдии. Ну, то есть, а к тому, что ему далеко до своих вот этих. Блин, ну Месси едет в защите, но вот реально эфиоп с арабом договорятся. Хотя, с другой стороны, у меня, конечно, место для защиты-то неплохое. Но они меня задавят мясом. Задавят. С другой стороны, эфиоп может там развитием заняться, а не мною. Четвертый город мне все равно нужен. Наверное, вот сюда стоит четвертый город поставить. И, наверное, собственно, уже можно его и ставить. Давайте-ка строим после Стоунхенджа. Стоунхендж в основном не для религии, а для городов-государств. Блин, тут вообще 4 рыбы. Обалдеть. Да
расскажете вам все про стратегии да про стратегии. Я знаю, что большинство из вас смотрит мои видео только чтобы услышать рекламу 2GIS. Кстати, а вы в курсе, что 2GIS может сориентировать вас не только на улицах города, но и в торговых центрах? Подробная карта с указанием магазинов, кафе и парковок значительно упростит ваш шопинг и, возможно, убережет от ненужных покупок. Правда, к сожалению, не во всех городах пока это работает, но в самых крупных точно. Так что заходите на 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачивайте приложение для вашей платформы 2GIS, если быть точным. Раб, кстати, может стену построить. Эти мне, наверное, надо будет честь брать. Пойду я почисти. Тут войны в любом случае предстоят. Опять он мне подарил катапульту от отмороженные горгосударства. Четыре хода. Стоунхендж один. Зато у араба деньги заканчиваются. А вот у эфиопа нет. Эфиоп ходит, дань собирает. Ну, в общем, мне надо выходить в арбалеты и фигачить арбалеты и пытаться по максимуму, то есть как минимум Дамаск и Багдад надо захватить. Хочешь, чтобы я расфигачил этот лагерь? Ну как думаешь, успею? Как хочешь успеть? Я, кстати, в Спарте следующим ходом, пока ты не вздохнул. Колосс построить и отправить на деньги. Конечно, успеешь. Ну так убирай своего генерала. Скоринфа в Коломбу. Мне просто обидно за него. Ну или так. Ну, в любом случае я могу в Спарте построить колосс. Да? Не, ну можешь не убирать, я просто так предупредил.
Да, раньше надо было, конечно. Ну да, бестолково ты его держи. Да, вот здесь надо ставить город. И будет у меня плацдарм для атаки. Так, кто там моим станет? Дружбаном станет Квебек и союзником Ханой. Хорошо. Блин. Я хамбар не успел продать. А кто колосс построил? Да ладно. Араб. Блин. Что, Мека на берегу стоит? Все равно потерял, да. Ну что ж ты? Да, и надо было его... Тогда тем более надо его атаковать, потому что он может по воде на меня прийти. Да, теперь уже без разницы. Гао, я его увидел. Так, что все-таки взять? Не нужно. Класс. Счастье. Ой, караван. Ну, блин, у меня счастье на самом деле. Давайте производство, наверное, от... от специалиста. Еще лагерь заберу вообще надолго. Моим станет. А никто не делал. Никто не стримит игру. Я записываю. Я не смотрел. Надо, наверное, дорогу между Афинами и Спартами провести. Всего три клетки, а денег даст прилично. О, блин. Атакуют. Да, наверное, я все-таки дорогу проведу. Тут один ход, тут один ход. Да, колосс я жалко упустил. Стена пока не нужна, главное производство. Но он отправляет караваны на деньги, конечно. И мастерские он пока еще не строил. Вопрос, успею ли я арбалетами снести его до... лучников на верблюдах. Или мне стоит в защите вообще стоять и не сносить его? Как бы тоже вариант. Ну, наверное, дуболом умрет. Да нет, выжил. Прикольно.
встану в защиту. Так, давайте-ка мы тут, наверное, тоже дорогу начнем строить. Тут пока не требуется. Блин, наверное, я вот думаю... Ну, смотрите, мне деньги не нужны, я ничего не планирую апгрейдить, правильно? То есть я буду чисто арбалеты строить, а вот... Производство в городах требуется, потому что они будут строить арбалет. Поэтому мне надо будет из Спарты. Я бы, если бы колосс построил, я бы отправил караван на деньги. Там в Вильнюс или в Коринф. Отходит. Забавный, конечно. Ура, все успел продать. Злобный ты какой-то. Я уже думал, не успел. Неудобно ты тут поставил, но вот хорошо, что хоть академию влепил, и то приятно. Да, я что-то погорячился, надо было сжечь, чтоб тебе не Спасибо за игру. Спасибо всем. Удачи. До свидания. Ну что, я так понимаю, у меня заслуженное третье место. Что, Дарвилл уже ушел, все, да? Ну, без столицы человек остался, не знаю. Ну, спасибо за игру, не знаю. Успел я сказать, нет? По всему не очень. Знать бы, конечно, сколько армии у араба, но вот он уже строит мастерские.
Я уже построил какое-то количество. Так, ну клетки он скупать не будет. Блин, надо было идти сюда, дорогу строить. Что-то я затупил, как всегда. Тупо посмотреть? Ну а чё, блин? Да ладно, не надо. Помогу расти тогда. И это пока не надо. Мне вино или шелк надо? Есть у тебя? Ну, может, шелк найду. Я на вино только поменяю. Ну или на шелк. Ну давай на шелк. Сейчас два города начнут усиленно расти у меня. Так, что мне надо после... Вот это мне надо... Гитайры. Да, в гражданскую, то есть у него уже скоро очень
его. Там предложение висит. Может мне все-таки через защиту играть? Можно еще трирему построить и сплавать ему там, пограбить караван или как минимум контролировать, чтобы он ко мне не приплыл. Гильдии не открыл, а гражданскую службу открыл. То есть ему осталось гильдии открыть. Ну, то есть есть у меня еще шанс пораньше хотя бы какой город захватить, пока он сможет начнет строить. Денег у нее на апгрейд нету. Рынок, я вас умоляю. Ну что там ее принимали, отказывался? Я? Мне ничего не приходило. И ничего не висит. Вот, откажись, и должно сброситься. Сбросилось? Нет. Это видно после этого самого, как вышел, он так остался. Сейчас уже интерфейс немножко поправлю. Гитайров бы мне еще, конечно. За один ход, правда, строится. На Дамаск надо нападать в начале. Фига себе, 11 городов у Эфиопа. Что у него там за вера? Ну, кстати, почему бы и не принять, в принципе, да? Тем более, что он уже эти бабки... Ну, хотя у него есть. Но вон они начали уже и на араба действовать. Интересно, когда я построю все мастерские, я, по идее, должен буду первым стать по производству.
тоже строит мастерские. И гильдии открыты. Сколько ты тебе до верблюдов осталось? Кох. 6 ходов? 5? 8. А зачем выдаешь секреты? А сам через 2 придешь, да? Ну я вижу, что у него только одна теха, ну, в смысле, он уже открывает рыцарей. Просто интересно. Так, что я хочу... А, я хочу посмотреть их силу, как они стреляют. Блин. То есть, насколько слабее... Восемнадцать, тринадцать... 21-17. То есть стрельба на 3 и защита на 4. А стоят они сколько? 80 производства. А мой тоже 80. Ну, ну это, блин. Арабы читы. Так, ну вот. Стена в некотором смысле поможет хотя бы. Или может оракул взять и генерала. Заманчиво, да? Араб, а есть шанс на защитный пакт? Не знаю пока. Ну ты ж выйдешь в рыцари, сможешь предложить сразу. Именно ради этого я и иду в рыцари, да-да-да. Линдекс, ты тоже иронию уронил, уловил, да, в голосе? Да-да. Даже вот это «не знаю пока» мне уже было весело. Я тут дико извиняюсь, я немножко торможу, тут юнитов у меня накопилось. Мы все понимаем. Вот вопрос, что мне лучше, оракул и генерал, кстати? Давайте мы глянем, что там у соперника. У соперника непонятно. Вполне тоже мог в честь идти. Или стена. Ну тут и так место. Знаете что, давайте оракул.
Так, немножко обождем с принятием. О, город сам уже захватывает то, что надо. Хотел. Это круто. Берсерков. Легкие читы у меня тут. Берсерки. Может попробовать параллельно в компас пойти? Пока он там все сложно. Армии у араба нету. Купить вот эту клетку и здесь поставить крепость. А вот дорогу сюда проложить. Дороговато. Ох, посмотри, что у меня есть. Да, заметил. Сдавайся. Сдаешься? Пока нет. Буду защищаться. О, точно, барьерный риф есть.
Барьерный риф. Ну, я не думаю, что тут имеет смысл как-то сильно прятать мои юниты. Всем все понятно, у кого что. У араба больше армии не становится. Мне бы его караваны разграбить, если он пускает, например, в Коломбо, было бы просто офигительно. Хотя денег у него немного. Может, он и не пускает. Ну, пока еще не вышел. Так, нет, караваны на еду. Производство у меня в Афинах есть. Сколько арбов я. Так, слушайте, так давайте мы гитайра построим тогда. А то еще забуду, а тут надо город захватывать будет. Все еще не вышел. Что, есть караваны? Нету. Так, теология открыта. То есть у меня прямо отсюда добегает до Дамаска, если что.
Так. Из Дамаска нас обстреляли. Вышел. Все, вышел он в верблюдов. Ну, делите там что-нибудь. Я уже свое поделил. Надо будет встать сюда и разграбить. Ну, Дамаск я возьму, а вот дальше... Сколько, кстати, дайте мне лошадей? Дайте посмотреть, как вы там воюете. Не дам я тебе посольство. У меня есть другой друг. Зачем тебе мое посольство? Ну я-то отрезан, я ж не вижу, где вы там. Интересно же, что вы там делаете. Так а посольство тебе зачем? Ты посмотри, где вы там вообще живете. Мы живем справа от тебя. Да, справа. Мы живем справа. Или сильно влево, да? Ну да, а что вы переживаете? Я что вас не догоню тут уже никак. Так, пока он еще ни одного верблюда не построил.
Ну, я должен брать Дамаск. Блин, лечилка была. Вообще город-то неплохой, может. Марионетку сделать. Неплохой город, в принципе-то. И по пути мне. Просто думаю, что арбалетов уже достаточно. Тем более, что арбалеты могут и Афины клепать. А вот... Так, а что еще Коломбо хочет? Вино. Мне бы Багдад захватить, Коломбо станет моим союзником. Считается, что я Кабул не встретил. Прикольно. Так. Куда-то он дорог... А, типа, чтоб через речку можно было прыгать.
Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк, вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад. Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что досмотрели до конца. Удачи и играйте в умные игры. Плохо у меня тут производство в столичке. Все еще он открыл этих верблюдов, но все еще ни одного не построил.